А в степной столице продолжаются проверки. Под пристальным вниманием межведомственной комиссии торговые павильоны, мелкие магазины, аптеки и другие предприятия. Все нарушения фиксируются. В отношении тех, кто игнорирует исполнение санитарных требований, составляются административные протоколы. При повторной проверке в случае несоблюдения мер безопасности работа этих заведений будет приостановлена до конца режима ограничительных мер. Как отмечают проверяющие, большинство предпринимателей понимают важность соблюдения этих мер. В ходе сегодня проведенного рейда, в принципе, нарушений особо не выявлено. Единственное, выявлено несколько нарушений в нескольких магазинах. Это отсутствие именно социального дистанцирования. Сознательность граждан повысилась. Если вначале мы ходили, то люди так особо масочный режим не соблюдали, то сейчас практически все сотрудники находятся в масках. Нарушений стало гораздо меньше.